О ходе реализации противокоррупционных программ говорили в культурно-деловом центре. Там состоялось заседание межведомственного совета. Главы управлений и ведомств рассказали, какие меры принимаются для предотвращения и устранения коррупционных дел. Традиционными мероприятиями в первом полугодии стали семинары и совещания. На заседании были высказаны предложения по улучшению профилактических мер. Управление Министерства внутренних дел предложило учредить должность независимого эксперта. Такие специалисты нужны для проведения исследований, например, в строительной сфере. Опыт независимых исследований имеет Казахстан. Ямало-Ненецкий округ пошел еще дальше. Там создано управление по коррупционным правонарушениям. Глава региона поручил администрации проработать этот вопрос. Значит, речь идет о проверке, местных городских администраций, значит, муниципалитетов, именно, значит, представителями вот этого управления. Но, опять же, федерального закона о противодействии коррупции, о государственном гражданском суде.